пока по трубкам бежит вода, но если проект выстрелит, эта станция будет качать молоко. Доильный аппарат, который еще и диагностирует мастит. Самарские разработчики надеются, что их идею оценят фермеры в первую очередь из-за простоты. Автоматически снимает и считает, и сейчас мы готовим передачу данных на компьютер. Электронная доильная, лазерные сканеры, все, что нужно аграриям, но еще точнее, сотни разработок компаний из России, Венгрии, Белоруссии сегодня на главной агро-выставке Поволжья, Дне поля в Татарстане. Здесь будет много круглых столов, встреч, и вот такая форма работы, она очень полезной. Стоит отметить, что выставка, хотя и профессиональная, все же местами перерастает в праздник или что-то вроде фестиваля. Вокруг играет музыка, а производители развлекают публику. Здесь есть что попробовать и есть что обсудить. Выставка плавно перетекает в форум, где уже ученые говорят о проблемах органики и аграрной науки в республике. Сейчас пшеница находится в фазе цветения. Это высеяли уже в прошлом году с осени. Вот если вокруг посмотреть, то а земля пшеницы осталась только у нас. Гордость селекционеров. В этом году тандем ученых и агрономов почти создал готовый аналог западных штаммов для защиты зерновых. Но вместо 15 миллионов долларов их препараты будут стоить всего 1000 рублей. Мы надеемся, что мы создадим татарстанские биопрепараты. И не только для защиты растений, но в первую очередь для контроля стрессов у растений. А вот так картофель растет в пробирках. Агрономы сегодня оздоравливают семена, заново выращивая его в лабораториях. Начиная с пробирочного материала, мы начинаем работу и доводим до элиты. День поля этого года разбит на несколько тематических зон. От растениеводства, где аграрии выбирают новые сорта, до механизации, где они же смотрят на новые виды машин. Не только посмотреть на технику, но и провести на ней небольшой тест-драйв. Для этого здесь нет никаких проблем. Главное иметь хотя бы минимальный опыт вождения и хотя бы 6 личных соток. Ведь такие машины, они все-таки для огородов. Когда не общаешься, не видишь, что отстаешь на полкилометра всегда. Поэтому, а когда здесь появился уже, какая-то информация новая появляется и движение идет. Я третий год приезжаю сюда. Для меня это уже традиционное место для деловых агродискуссий. И как обычно мы смотрим, как Татарстан совершает агрокультурную революцию. В этом году на это два полных дня. Сегодня гостей Дня поля еще ждут мастер-классы, завтра круглые столы. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Лаишевский район.